Жители Ноябрьска недовольны шумом соседей ночью и в выходные. На портале «Живем на севере» подвели итоги очередного опроса. 875 горожан считают, что нужно чаще напоминать о запрете нарушения тишины. Так ответили почти 70% опрошенных. Всего в голосовании приняли участие 1253 человека. Напомню, шуметь на Ямале можно с 7 утра до 11 вечера. За нарушение могут наказать рублем. Штраф от 500 рублей до 2500.